Всем привет! Привет-привет! Мама режет курицу. Мы сегодня приготовим очень-очень быстрый, простой и вкусный ужин. Это из моей... Это у меня уже свои рецепты появились. Я сейчас налила масло оливкового в сковороду. Я купила... Мама сказала, что это сотейник. И я... Сейчас вот нагреется еще побольше. И я туда положу капусту, посолю, поперчу, потом налью немного уксуса. Оно будет кисловатый такой, не кислый совсем, но кисловатый. Мама порежет огурец. Она туда тоже сбрызнет уксусом. То есть замаринует немножко огурец такой малого маринования или малого соления. Как это называется правильно? Сколько ты хочешь курицы? Сегодня у нас дочь. О, это больше. Больше надо. Дочь делает, мама режет все. Нет, за главного повара, я так себе. Да. Ну вот этот еще порежь, посмотрим, там еще надо будет, нет. У нас такое импровизационное видео, это не именно готовочное, это не рецепт, просто наш ужин. Вот, и поэтому у нас все как бы... Мы забежали с магазина. Как сумасшедшие бежим. Да, и у нас Юра, он отмосткой занимается. Да. А мы забежали, нам надо быстро ужин приготовить, потому что все хотят покушать. И решили, думаем, что бы быстро приготовить. Я купила баклажан, думала, мы баклажан приготовим. Ну, доча говорит, мам, давай сегодня я. Я говорю, ну, давай. Доча. Ну, вот, я сейчас покажу, какой я тут... Что у меня мешается. Вот эти, наверное, надо выбросить. Я не разрезала, я быстро-быстро чикала вообще. Сейчас пока в раковину положу. Надо еще. Надо было, наверное, немножко понежнее. Там побольше порезать. Я еще раз говорю, вообще прям чикала с неимоверной скоростью. Вот, мы замариновали огурчики, немного уксуса, соль, перец и сахар пол чайной ложки. Вот, такие вкусненькие они немножко... кисленькие получились. Сейчас будем делать соус из сметаны и сирачи. Сирачи — это такой очень острый соус. Мама любительница этой сирачи, она все время остроту любит. Кстати, мама мне привезла наконец-то русскую горчицу. Тут такая сладкая горчица. Ты пробуй. Вот скажи, какая она сладкая. Я тебе, да еще вообще какая-то непонятная, и цвет у нее непонятный. Это, я же сухую прям привозила, хотела развести, ты что-то тогда не соглашалась. Ну, я не знаю почему. Наверное, думала, что я найду острую горчицу. Девочки, так я и не нашла острую горчицу. Так, нужно да, может быть, кто-то скажет, где взять острую горчицу. Потому что я не могу есть американскую горчицу. У меня прям тошнит от нее. Я прям радовалась вчера, я ее все вмакала в эту горчицу. Сказала маме, мне надо холодец. Мама, сделаешь холодец? Сделаю попозже. Купили ведро сметаны такое. Все любители сметаны. В Сэмсклабе, да. 2 килограмма, 270 грамм. И сейчас мы будем делать соус. Давай, лей. Лей, не жалей. Ты же любишь остренькое, я но тоже зато люблю. Но зато папа не любит. Ну, он даже не заметит. Наверное, может... хватит. Этот сирачик-то, знаешь, он же... А Алекс как? Ну, он будет сметану просто есть. Ой, я представляю. Да, она не острая. Чего ты очкуешь, маме? Не очкуй, я так 100 раз делала. Я обожаю этот соус, мы его постоянно делаем. Вот сейчас попробуешь, он еле-еле будет Наташ, острый. Я его делала с тобой вместе и кушала, я помню. Если... Ну что, воды добавлять, нет? Нет, конечно. Хуй воды. Ну, по рецепту надо воды добавлять. Не хочу я. Пока. Готовится курица. Мне нужно разогреть лепешки. Вот такие для тако. Итак, курица почти готовилась. Сейчас еще несколько раз переверну. Туда добавлю вот такой вот hoisin sauce. Потом добавлю cabbage. Все это перемешаю. Сейчас убавлю, наверное, газ. Газ. Мощность. Вот, все уже поджаривается. Сейчас это буду все делать. Какая красота получилась. Курица с капустой. Ням-ням-ням. Сейчас все расставим на стол. Ну что, я же не одна работаю. Родители привыкли допоздна.
Папа еще колотит. Еще делает. Что это ты делаешь? Как это называется? Палубку. Палубку. Ну все, ужин готов. Снимать. Дай причесаться. Ой, я не встану. Юрий начесывается для видео. Я вам его некрасиво сначала показала. Эй, за столом! Ничего страшного. Папа, он говорит, папа модель твоя. Что? Ой, надо же молиться, давайте. О, давайте да, будем молиться. Да, Алекс сказал. Смотрите, да, он сказал. Давай, Алекс, показывай, как надо молиться. Давай. Okay, I'm doing it, okay? I'm doing it like this, so I want to videotape you. Ты давай говори. Ты давай. Сам говори. Say it. Come, Lord Jesus, be our guest. Let this food to us be blessed. Amen. 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 Ай, don't say that. Так, приготовился наш ужин. Смотрите, какая красота. Мне надо снять, как папа это пробует. Он же любит пробовать все на видео. Да, он сейчас как попробует. Американская еда? Да, сейчас ему еще не понравится. Нет, да это мексиканская, по-моему. По-моему, мексиканская, да. Юра, это очень острое. Тебе... Видео уже есть, как американцы пробуют русскую еду. Или иностранцы. А вот русские пробуют мексиканскую еду в Америке. Русский, сделанный на Украине. Выросший в Казахстане. Выросший в Казахстане. Угу. Живящий в России. Живящий в России. Приехавший в Америку. Приехавший в Америку. Как это называется? Это не прилагательное, господи. Это как-то забыла я. Ищу такое. Это курица. Курица. А как нужно есть это? Ну, это нужно свернуть. Это... Но сильно много не накладывать. Да, папе, будет все литься ужас. Изо рта. Да, он будет сейчас материться. Зачем показывать на матерки? Ну, на я не буду показывать матерки, я вырежу матерки. Заворачиваешь, как шоу. Сильно много это сделала. Чтобы ты мне зафигарила, как я заверну. Давай второй. Дубль два. В ту лепешку. Как вкусно. Я тоже попробовала. Папа еще пока не разобрался, что к чему. Ну, давай, пробуй. Это лаваш же это, да? Ну, да, типа лаваша. Не там, все, конечно. Ну как тебе? Пойдет или не очень? Отлично. Отлично? Угу. Все, одобряешь? Угу. Дождь приготовил. Did I didn't think you'd like it or what? I didn't think you'd like it. Я боялась, что папе не понравился. Не понравится. Почему? Ну не знаю, что-то новое. Ты же не любишь новое пробовать особо. Я не люблю тоже новое пробовать. А куда салфетки делись? Мама мне такую классную салфетницу привезла, я такой мечтала, но сама не покупала. Что-то оно поцарапанное, что ли? А, это наклейка там была. Угу, понятно, все такое. Оставим. В общем, ужин одобрили, Алекс уже одну съел, папа уже почти заглотил одну, мама тоже. Я вон половинку, я все снимаю, никак не могу поесть. Девочки и мальчики, как хорошо, когда вся семья за столом, ну Алекс сейчас ушел, собралась. Мне очень приятно. Когда мама приезжала, конечно, мне приятно было, но как-то не хватало чего-то. Особенно на праздники. Ну, на праздники папа уедет, но тем не менее, хоть чуть-чуть с тобой провела время. Тебе как, хорошо? Отлично. Давай. Пошли сегодня в Walmart. Сейчас дочек покупала там кое-что из продуктов. Я говорю, пойдемте там обойдем. Ну, я знаю, я не поняла, зачем мне надо было. Она говорит, что ты туда пошла? Я говорю, ну, посмотреть хочу. Потом она говорит, поняла. Говорит, у тебя глаза заблестели, мороженое увидела. Алекс так просил вообще. Посмотри на меня. You like it? Алекс. Алекс, you like it? Так, мы вот такое купили, Blue Ribbon. Написано, домашнего изготовления ванила. Ванильное мороженое, ну, типа пломбир, наверное, я не знаю. Вот я тебе. Оно такое микроскопическое, надо сказать. Ну, не говори. Вот моя ручка, у меня маленькая рука очень. Давай вот сравним. Ну тут же, наверное, написано, открой сколько. Открой мне. Сколько оно грамм. Я не могу открыть. Посмотри. Алекс очень, очень счастливый. You happy? Он нам сказал, что баба красивая, мама красивая, деда красивый, папа красивый, он тоже красивый. Только чтобы ему айскрим дали. О, хэнсом, окей. Хэнсом, хэнсом. Фуррис.
Чего это? Pretty. Да это не красотки, это... В общем, Алекс говорил, все хэнсом. Мужчина, короче, он каждому отдельно сказал хэнсом, хэнсом, хэнсом. А нам двоим он сказал... А нам двоим, он, чтобы сильно много не говорить, он сказал, что мы красотки, типа, во множественном числе. Ешьте.